Вот попробуй, может, сварить. Конечно, наверное, ничего не получится, но вот вот эти две алюминиевые пластины вот этой медной проволокой. Нужно с чем-то взять, лучше держать. Я очки надел специально, чтобы глаза не поранить. Сперва он не включен. Вообще-то... Ладно. Вот, откручу я кое-что, чтобы... Вдруг не сгорело на всякий случай. Не должно, конечно. Вот, попробуем. Вот. Она куски разбила, как какая-то точечная сварка получилась. Раскалечила, но не сварила. Явно надо алюминиевой проволокой, а не медной. Дроссель взял, чтобы как бы очень сильные токи не могли, конденсатор. Вот мой, у меня у блока питания защита срабатывает, ничего такого не происходит, что короткое замыкание. Вот просто выключается лампочка. Как только начинает беситься, закручено там 10 ампер. Нужно в темных очках, это так ярко, она тут в глаза лезет. Какие-то темные очки нужно или что-то на очки наложить, то невозможно смотреть в глаза очень ярко. Снится-то. Наверное, что сварила. Просто обкалечила несколько алюминий. Наверное, и электрод побольше, и ток побольше сделать, чтобы
Вот можно было бы на этом блоке питания, он 24 вольта, 10 ампер, 20 ватт. Для сварки вроде бы минимальный 5 ампер тока, тут 10 ампер.